Единственная в Ульяновской области испытательная пожарная лаборатория отмечает 55-летие. Основная задача подразделения МЧС – выявить причину возгорания и найти вещдоки там, где огонь превратил все в пепелище. Основное внимание уделяется пожарам, где пострадали люди, а также возгораниям, представляющим научный интерес и повлекшие значительный материальный ущерб. Сейчас в лаборатории работают 10 сотрудников, которые обслуживают территорию всего региона. Ежегодно сотрудники совершают более 200 выездов на расследование пожаров и проведение испытательных работ на территории Ульяновской области. За время существования испытательной лаборатории сотрудниками выполнен ряд сложных и трудоемких изысканий, направленных на обеспечение производственных процессов. Пожар – это явление, которому всегда предшествуют какие-то обстоятельства. На месте происшествия эксперт определяет, какие объекты нужно взять для исследований в лаборатории, чтобы понять, где находится очаг пожара, как распространялось горение и что в конечном итоге стало причиной пожара. Находимся в диагностической лаборатории, где исследуются электротехнические изделия на предмет установления наличия на них аварийного режима работы и причастности этого аварийного режима работы к возникновению пожара. Поскольку аварийный режим работы могли возникнуть как до пожара и послужить его причиной, либо уже возникли в ходе развития пожара. Кроме исследования вещественных доказательств, в лаборатории испытывают разные вещества, материалы и жидкости, чтобы выяснить, насколько они безопасны и какие свойства проявляют в условиях пожара. В этом помогает специальное оборудование. Вот на этом стенде испытываются вещества и материалы на воспламеняемость. Еще одно важное направление в работе ульяновских экспертов – проверка противопожарных систем в зданиях. Сотрудники лаборатории выясняют работоспособность пожарной сигнализации, проверяют систему удаления дыма, систему эвакуации людей, пожарный водопровод и систему автоматического пожаротушения.